Челябинская область должна стать пилотным регионом по развитию частно-государственного партнерства в социальной сфере. Об этом Борис Дубровский заявил сегодня на традиционном аппаратном совещании. Речь идет о совместной работе властей и малого бизнеса. Например, по созданию реабилитационных и кризисных центров. Мы с министром социальных отношений Челябинской области Никитиной Татьяной Евгеньевной в обсуждении этого вопроса участвовали в начале года в Совете Федерации. Там были попытки оценить какие-то лучшие практики, которые есть на текущий момент именно в этом вопросе. Я предлагаю эту работу оживить, воспользоваться этой перспективой. Думаю, что это может быть той площадкой, где тоже нам надо участвовать. Но участвовать уже в смысле с какими-то предложениями более системными. Борис Дубровский отметил, что 3 февраля Владимир Путин встретился в Москве с активом клуба лидеров. Это неформальное объединение средних и мелких предпринимателей, работающих в различных отраслях экономики. Президент поддержал идею создания на базе агентства стратегических инициатив рабочей группы по взаимодействию власти и бизнеса при реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере. Сейчас в Челябинской области зарегистрировано больше 3500 общественных организаций, но в реализации социальных программ участвуют совсем немногие. Например, программа «Звездный дождь» помогает детям, больным аутизмом и ДЦП. Программа «Мы слышим дождь» слабослышащим людям. За это общественные организации получают денежные гранты. Как предложил губернатор, сейчас некоммерческие организации могут поставить реализацию подобных программ на поток. Со временем общественники должны стать конкурентными государственным и муниципальным соцучреждениям. Это, по мнению губернатора, должно привести к тому, что люди будут получать более качественные соцуслуги. А конечная цель – улучшение жизни южноуральцев. Губернатор поручил своему первому заместителю Евгению Редину собрать большое совещание, пригласить на него другие регионы и федеральных экспертов.